На пресс-конференцию приехали актеры Иван Мулин, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Юлия Маргулис, Татьяна Шумова, Андрей Пензару. Остальные участники проекта в этот день были на съемочной площадке «Молодежки». Процесс работы над сериалом еще не закончен. Артисты рассказали о том, что ждет их героев в новом сезоне и как проходили съемки. Четвертый сезон обещает много страстей не только на льду, но и за его пределами. Скандалы будут разгораться как внутри мужского, так и внутри женского коллектива. В новом сезоне возвращается из Швеции герой Ивана Жвакина. И сразу же попадает в непростую ситуацию, выйти из которой ему поможет вера в себя и дружба. Новичок проекта Андрей Пензару рассказал, как непросто ему приходилось на льду поначалу. До согласия принять участие в проекте он ни разу не стоял на коньках, а как только встал на них, сразу же влюбился. Владимир Зайцев поделился своими наблюдениями за тренировками Андрея. Говорит, молодой человек уверенно стоит на льду, маневренно передвигается, но как только дело доходит до забивания шайбы, то непременно падает. Сам Владимир Зайцев в этом году стал играть в любительский хоккей. Он выступает под номером 57 в команде «Комар». Помимо него в команду входят другие артисты – Андрей Бурковский, Александр Соколовский, Вячеслав Разбегаев и другие. Жена Владимира, Татьяна Шумова, на восторженные рассказы супруга лишь вздыхала. Говорит, Зайцев слишком увлекся спортом, и во многом ему способствовала встреча с Вячеславом Фетисовым. В новом сезоне он опять примет участие в съемках. Татьяна Шумова восторженно отзывается о хоккеисте. При общении он всегда держит дистанцию, но при этом умеет расположить к себе. Очень достойно держится всегда, прокомментировала встречу с Фетисовым актриса. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.